троих школьников в частной школе Марьям, подозревают в регулярном надругательстве над первоклассником в Алматы. По словам отца, мальчика это происходило с января месяца. Мальчик на протяжении долгого времени скрывал это из-за страха, ему угрожали. Также отец поделился, что ездил в школу и выяснял странное поведение сына. Однако директор школы проигнорировала его. Отец винит в случившемся классного руководителя. По его версии, учитель отпускала ребенка со старшеклассниками во время урока. Она говорила: «Иди, ты все сделал, не мешай нам». «Не знаю, что в этой школе происходит, но учительница точно замешана», – рассказал мужчина. При этом, по периметру школы установлены камеры видеонаблюдения, но записей не оказалось, возможно, их стерли после освещения этой трагедии в СМИ. В больнице также подтвердили факт произошедшего. Также отец добавил, что директор извинилась лишь однажды и больше не пыталась разобраться в ситуации.